Так, мы сегодня ходили по этому полю, ничего не предвещало, как услышали сигнал. И пришлось вырыть вот такую яму. Вот. У нас допотопный прибор на вилке, и мы им пользуемся. Вот. И там что-то есть в глубине. Звенит аж с такой высоты вот. Офигеть, смотри. Если с такой высоты, это я не знаю, что это такое. Тут оно, да. Вот прибор, две катушки. И мы делаем финальный. Уже лопата ударилась. Вот что-то металлическое. Возможно, даже это эхо войны. Но нет. Это, скорее всего, забрало чего-то. Тебе не кажется, что это грубка какая-то, нет? Ну, такая вот у нас яма. Так, это я неправильно делаю. Надо, конечно, рукавицы. Так. Все там не звенит, ничего уже. Это оно было. Это истинно старинный предмет. Что это? Непонятно, конечно. Возможно, это пряжка от ремня великана. Даже. Похоже или нет? Похоже. Теперь мы знаем, что наш прибор хорошо работает и достойные предметы даже находит на глубине. Ну, метр, наверное, да, был? Метр? Метр, да. Вот такой предметик. Ну, реально неизвестно, что это. Вот как ты считаешь, что это такое? Треснуло даже. Возможно, чугунное. Да. Теперь предстоит это все зарыть.